Отношения не имеешь. Это с того года. Это не все. Так, начну по порядку. Во-первых, у меня уже 4 месяца отдых. Так называемый ПКТ идет. Вот. Ну, как отдых. В зале, конечно, тренируюсь. Ну так, по легенькой. 4 упражнения за тренировку. На группу, значит, на две группы можете. Легкие веса. Вот. Чисто мышцы в тонусе. Держу, чтобы не расслабляться. Вот. Это где-то середина сентября, грубо говоря, у меня длится уже. И делаю. Вот. Сейчас планирую где-то с середины января. С середины января уже у нас все. 6 января сегодня. Может быть, не с середины даже, а с конца января. Начну массонабор. Вот. Значит, что я делаю эти 4 месяца? Ну, во-первых, полтора месяца я ничего не делал. Просто легко тренировался. Потом, наконец-то, я настроился. Ходил, сдал анализы все. Делал анализы. Какие анализы сдал? Общий анализ, который сдал. Сдал биохимию. Сдал на гормонный анализ, сделал УЗИ внутренних органов, сделал ЭКГ, сердце проверил. Вот. Ну, вообще, всем рекомендую раз в полгода хотя бы делать такого плана анализа. Вот. Для тех, кто занимается спортом активно. Вот. Вот что наел я за 4 месяца. Ничего. Сейчас до мая набираем, в мае сохнем. И летом на пляже просто. Все секется здесь, все ровно, все красиво. Ладно, под следующий подход, потом продолжим. Ничего такого не делал, 450 пожал на 12 раз. А ваза закончилась. Хотя в зале здесь довольно-таки свежой. Бля. Быстро, быстро отвыкаешь. Поэтому я 4 месяца легко на лену занимался. Что значит по анализам?
биохимия. Это алатасат, билирубин, билирубин в норме, алатасат слегка повышенные были. Ну, что и требовалось ожидать. Там где-то порядка там 45-55. При норме 30-45. В принципе, это не сильно, как бы. После того, что я, если считать, где-то порядка года я прям плотно тренировался на массе, заряжался. Вот, соответственно, общий анализ крови. По общему анализ крови отклонения были по, что значит, там, гемоглобин был выше нормы, где-то 178, что-то такое. Но это нормальное явление тоже. Вот, гемоглобин и гематокрит был повышен, это процент. Процент то ли вязкости, то ли жидкости, то ли жидкости, такое, не помню. Вот, тоже повышен 55 или 56 был при норме 50 норму, да. Вот, соответственно, УЗИ внутренних органов все нормально. Как всегда, одна почка чуть-чуть там на 4 что-то сантиметра опущена или поднята, не помню. ЭКГ все в норме. Кстати, в этот раз ЭКГ сделал. Предыдущий раз я делал после соревнований, после сушки ЭКГ. И там пока небольшие отклонения были, и сказали, как для спортсменов, типа, все нормально. В этот раз дал, вообще все идеально. Врач сказала, что, ну, типа, тогда после сушки, поэтому так показала. А сейчас, типа, ты не на сушке, на диетах, типа, все в норме, типа, и поэтому сейчас вообще идеально кардиограмма. Хотя я переживал, потому что меня беспокоили какие-то дискомфорты здесь в этой части. Ну, как врач сказал, это невралгия, что она бывает не просто, когда сердце что-то болит, а бывает то, что следующая боль. Вот. Что я еще сдавал? Вообще анализ, биохимия, гормоны, соответственно, там заниженное все было, все сбитое было. Ну, в общем, такая ситуация была у меня. Значит, еще получается ноябрь, декабрь, 2 месяца, грубо говоря, я восстанавливался. Что я использовал, значит, для корректировки, значит, гемоглобина и вязкости крови. Во-первых, пентоксиферин 300, дозировка в день, по 3 таблетки получается. И типа кардиомагнил, там кардиомаг, это одна вся тема, это магний с аспирином. Вот. 150 дозировка там была в день, это одна таблетка. Вот, соответственно, гемоглобин снизился до верха, не референта, но в референт, там 165 что ли, что-то такое. То есть на 10 с копейками он снизился, соответственно. Вот. Что? Гормоны сдал я, тестостерон. Что 15 или 20 в этих пределах, 15 или 10 тысяч. Ну тоже, в принципе, и тестостерон, и ЛГФ, и СГ, как бы все восстановились. Дуга начала с работы. 4 месяца, в принципе, после годового. Я думаю, нормально. Печень, как бы, показатели сдал повторно. Ничего не изменилось. Как ни странно. Вот, использовал я хафито, волчегон, хафито и эссенсалифон. Вот, но почему не изменилось? Потому что я еще дополнительно какие-то лекарства принимал. Поэтому печень все равно была под нагрузкой. Поэтому я считаю, что это нормально. Не буду говорить, какие лекарства это к этой теме не относятся. Вот. Сейчас, думаю, дальше продолжу хафитол, еще пробью маленькое желчь, погоню. И печень, я думаю, нормально все будет в норме. Вот. Общий анализ рассказал. Биохимию рассказал, гормоны рассказал. Соответственно, вот такая плюс ко всему, у меня были витамины, соответственно, комплексные, были омега-3, соответственно, гонотропин 5 дней простоял по 1000, и кламид 25 таблетки проел. Вот. Ну, там такая куча таблеток у меня каждый день была конкретная. Вот. Значит, сейчас надо начинать набор. Я еще не готов, поэтому к концу января, как все будет у меня, я начну набор конкретно, потому что по новой схеме. Вот.
опять вот это. Вот. Достали мы эти вот. Так, значит, сегодня делаем ноги. Пожали сейчас. Сейчас разгибание, сгибание, сведение, разгибание. Ну, Леха приехал. Еще один мы. Подопечный. Сейчас, кстати, готовимся все на весенние соревнования. Ну, я не готовлюсь, я только готовлю. Вот. Не знаю, куда поедем, еще думаем. Сибирь будет в Красноярске в конце марта, в середине марта будет Сибирь Пауэршоу в Красноярске. Вот и думаем, куда лучше поехать. Вот. Новосибирск за неделю до конца марта будет. Тоже, наверное, поедем. В феврале, по-моему, край. В общем, весело будет сейчас. Покатаемся маленько. Ну и, соответственно, видосики в соревнованиях попилим чуть-чуть. Вот. Значит, начал, в общем, отдых. Я, вес у меня был 108 килограмм, может быть, там плюс-минус колебался килограмм. Соответственно, скинул я до 104 килограмм. Потом я набрал, не знаю, откуда он набрал, ну, 106,5 я оставал, вот, недели две, может, полторы перед Новым годом. Сейчас я встал на весы, пришел 104,5 килограмма. Ну, там 3-4 килограмма, грубо говоря, с меня слетели, и, соответственно, вес встал, и дальше идет. Но было бы это хорошо, если бы это было то качество, какое у меня было 4 месяца назад. Вот. Сейчас ремень у меня на две дырочки перекинулся. Это не вот этот тренировочный, а такой простой для брюк, для джинсов. Соответственно, жира больше стало. Ну, это видно, я думаю. Вот. Значит, сейчас у нас задача набрать, параллельно маленько согнать, а в мае просохнуть. Ну, вот буду периодически видео снимать. Как дело идет. Вот. Сейчас тренировки пока все такие же лайтовые, все пока так же, ничего не меняется. Я думаю, неделю-две в таком режиме. Потом, когда начну набор, уже и поменяю тренировки, и все. Сейчас завтра надо будет собраться со всеми спортсменами своими, соберемся, переговорим со всеми, как будем дальше тренироваться, питаться и так далее. По каждому определимся. Дальнейшие наши планы. На Новый год всем разрешил, все ели. Майонеза поели, все довольны. А вот. Опять этот вот. Майонеза поели, короче, и слава богу. Сейчас все уже на диете, все уже доложились. Кто-то там уже скинул замеры свои, кто-то там фотки скинул, кто-то видео уже выложил, что тренируются, молодцы. В таком духе. Немного шевелящихся бровей. Вот, ладно, надо подходить. В общем, какие планы у нас? Через недели-две начинаем массонабор, будут новые тренировки, будут новые видео, соответственно, расскажу вам, как буду тренироваться, как буду питаться. Ну, по питанию особо у меня ничего не будет, там супер такого, просто будет колораж высокий там поддерживаться. Ну, буду в таком режиме снимать, то есть не особо тренировочный, так больше информативный. Пишите нам в комментариях, может быть, что-то кому-то интересно, какие-то вопросы, там, может, как сделать предложение. Вот. Ладно, всем спасибо, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Значит, еще хотел всех поздравить с Новым годом. Годом кабана, ну, свиньи, короче. Вы не расстраивайтесь, этот год ешьте, плотно ешьте, полутничком набирайте массу. Я тоже начинаю сейчас массу набирать, и вы набираете.